А много вообще женщин в зоне? Хм, ну смотри. В зоне девушку вероятность меньше 1%. И это будет не бархатная тянка, которая фоткает еду и пудрит лицо. В зоне для всех закон един. И скорее всего, если ты ей не понравишься, она, как и любой другой, не будет с тобой разговаривать. Сюда часто приезжают научные группы, в составе которых есть женщины. Но эти из зоны толком не видели. Никто из матерых проводников не хочет браться вести женщину в зону. Считая, что те будут обузой, поэтому чаще всего они идут в одиночку. Есть и те, кто приходит по собственному желанию. Ну или по воле случая. Проблемы с законом, проблемы в семье, ну или просто жажда приключений. И если повезет не попасть в рабство к бандосам на свалке, или чего еще похуже, она точно так же сможет научиться выживать здесь. Например, была такая сталкерша Хип, что ушла в зону из-за усталости от рутины и впоследствии вступила в свободу. Случайная встреча в схроне со сталкером-одиночкой полностью изменила ее жизнь. А как именно, ты узнаешь в книге Сергея Клочкова «Лунь». Скажешь, что не канон, тебе пиздец.